добрались до галактики, людей тьма. Просто жесть, забита вся парковка. Блин, не пройдешь. Медведи. 65-я диагональ. Добрались до галактики, людей тьма. Просто жесть, забита вся парковка. Ну сейчас пойдем посмотрим, что там нам предлагают купить. Это большие шарики. 150. Большие. Блин, не пройдешь. Это жесть. Плиточка какая крутая. 1344 рубля. Керамогранит. За квадратный метр. Конечно, прикольная. Тут вообще 3000. Большой выбор здесь по строительной продукции. Ну, как-никак, гипермаркет большой. Гадкий утенок, кстати, неплохая фирма. Доместос. Цветочная свежесть. Давай вот это возьмем. Тропическая. Три стикера. Еще не все. Давай утенка. Стикера. Смесители. 2200. 300. Такие однорычажные. Кстати, они получше, чем вот эти с кранбуксами. Почему тут картридж поменял, он 150 или 200 рублей стоит, и его хватает где-то года на 2, на 3. А эти кранбуксы то затянешь, то перетянешь, ну начинают бежать. Цены разные. В зависимости от вашего бюджета. Тремпелечки. Корзины. Ящик с крышкой. 525 рублей. Все приблизительно одинаковые по цене. И бельевые ящики. По 400, по 300, по 350. О, сутки для засолки сала. Нормально, на 40 литров. Ха. Четкие. Для вот за 286 тоже прикольный судок. Смотрите, сколько здесь можно засолить всего. 15 литров контейнер. Дождики, декорации по 229 рублей. Кстати, почем дождик? Дождик по 60. Это елки. Декорации подвесная 522. Уже елочные базары давно открыты. Уже как месяца два готовятся к Новому году. Здесь спортивная одежда, тренажеры. Силовой тренажер 40 тысяч. Вот тут все, и можно грудную качать, и ноги, и спину, все что хотите, и бицепс, и трицепс. А елка сколько стоит? 24 900 рублей. 2,4 метра. Принцесса леса. Вот вам и цены на елку. А это чуть другая.
конечно, выбор большой. Эти дождики по 140 рублей. Такие большие, пышные. Светодиодный литой Дед Мороз. Медведи. От 220 вольт работают. Это так, у кого есть свой дом, то в принципе и квартиру будут поставить, прикольно посмотреть. Здесь свет, люстры, лампы. Это чисто белые елки. 3028. И игрушки, набор пластиковый по 207 рублей. Сантехника. Вот это уже интересно. Подводка для стиральной машины, для воды обычной, для кранов. О, вот и краны. Шаровые краны Вальтек. Эти, кстати, краны пользуются популярностью, да, и долговечностью. Обязательно берите краны только латунные. Экономить не стоит, брать силумин китайский, потому что они долго не проживают. Лопается и все. А так кран, к примеру, 3/4, 3/4, 224 рубля. А это 1/2, 15-я труба, ПН-40. Кран шаровый. По 200, по 159 рублей. Ну, разные. И большие, и маленькие. И вообще кран 1841 рубль. Для мыла баночки, дозатор для жидкого мыла 170 рублей. Тысяч. Керамик черная, термостойкие, сушилка для белья 1016 рублей. Этот побольше, 1843. Это черная, классная, но большая. А, раз, два, три, четыре. Ну да. А это цельная, еще две выкидывается. 174. Это за ковер? Угу. Слушай, куда его ложить? 3/4, а. На пол, не на стену. А его порезать нельзя, да, на части? Ширина рулона 3 метра. А это, кстати, на разрезку. Линолеум по 650 рублей за квадратный метр. Вот это 216. Ну, в зависимости от качества. Это пожестче намного. Таркет. Сифоны, сливы с канализацией. Полдюймовая на 40. 40-50, 239 рублей. Переходы. Ёршики. Да, сегодня будет прогулочка. Обычный влог. О, кстати, фирма эта дорогая, MPM 6900. Ну и цена, соответственно. Сравнить умывальник, раковину такую. Инсталляции. Кстати, инсталляция на данный момент стоит гроя 12 350, а унитаз подвесной 4 600. Ну, сейчас все зашивают, в принципе, в кафель все. А есть и отдельно стоящие унитазы. Сидушки для детей 285. Вообще маленькая.
Так, ну унитазы 3200, 3600, 5 400. Так, это ванна. Ванна стандарт. 1,57 м, 0,59 м. Акриловая. 8,190. 5,900. 9,900. Цены разные. Есть на каждый кошелек. 9,800 акриловая. Она что, хорошо так в пленке вся. То есть смотрите, она запечатанная. Вот, церзанит. 8,350. Зен. 14,500. Запечатанное все. Это правильно, что так делают. Чтобы не поцарапать при транспортировке, при установке. Плитка настенная. 593 квадратный метр. Цвет хороший. Приятный такой, спокойный. Осло. 704. В этих магазинах можно ходить с утра до вечера. Надо, не надо, все равно интересно. Где? А, это подборная. С камушками. Это вообще под камень декоративная. С выпуклостями. Наверное, на кухню, либо в залу, где камин. Да не, в спальню не сильно. Можно и в баню. Дуб. Керамогранит. ₽1950 ковер. О, это я. Похож? О, вот вам и лопаты уже на зиму. 1000 рублей. 956. 747. Эти чуть подешевле. 550. Ламинат. Паркет. Двери. Межкомнатные. 2700. Дошли мы до автомобильного. Вот и лопаты. Хотя у нас зимы не сильно снежные, поэтому не знаю, понадобится она вообще в этом году. Ну, вот 500 рублей хорошая лопата. И летняя даже есть. В основном зимняя лежит. Давайте из какой-то популярных я вам скажу. По цене. Вот Хэнкук. 14-я, 185 на 70. 2800. Зима. Nexen. Торг. О, Goodyear. 6800. 225 50 R17. Yokohama. 235 45 7000. Это такие премиальные уже более-менее. А немножко подешевле Сайлун. Я даже не знаю, кто это. 3400. Ну практически в полтора, в два раза стоимость превышает. Вот Nokian Hakkapeliitta R2 215 55 R17 8200. А какую ты берешь, а не раз? Вот эту. Одну. Да-да. Ну давай еще какие-то возьмем другие. Не, я и брал уже, мне не понравилось. Это самая ходовая, наверное, пахучка. Вот, вот этот. Угу. Выбирай. Не, внизу. Лимон, океан. Какой
через Москву. Новую машину. Давай новую машину возьмем, она 100% будет хорошая. Вообще никакая. Все, хватит. На полгода хватит. Эти такие, которые гелевые, сильно быстро высыхают. Stone Revo GZ 4.39, 205, 65, R15. Огнетушители. ВД-40, смазка. 400 рублей, 300 миллилитров. Так подорожало, раньше копейки стоило. А сейчас ее везде льют. Ну, в принципе, зарекомендовала себя хорошо, поэтому и применяют. Антифриз. 110 рублей, 130. Там G11, G12. У кого какой, зеленый, розовый. Кстати, по ценам к Новому году подорожание. Вот масло подсолнечное. 100 рублей бутылка, 0,9 литра. Подорожало. Хлеб подорожал на 3-4 рубля. Мясо, сало. Еще две шоколадки. Стаканчики. Бумага. Вот вам и нулевой этаж. Крутые Samsung. 57 тысяч. 65-я диагональ. 57 591. Сервизы. 15-18 тысяч. 16 100. Раньше люди накупали сервизы, а сейчас стоят в закромах, раздаются. Стояли в очередях, а сейчас бери, не хочу. Ну и цена, конечно, соответственно. Поэтому пользуемся тем, что есть. Фен 2,1 киловатта, 2500 Ровента. Браун 3800, 2 киловатта. Сейчас вся техника мощная. Пылесос, фен включишь, стиральную машинку, уже и пробки на 16 ампер выбьет. Машинки стиральные. Это запакованные. Не знаю, где-то, наверное, есть и открытые, где с ценами. Микроволновки. 3700 на 700 ватт микроволновка такая. Простая, без выбриков. 1,5 киловатта. Василиса. 830 рублей. Это блендеры. Сатурн. 3956. Но тут еще куча насадок. Ну да, там с той стороны детский. Еще хочу показать телевизоры. Телевизор этот немножко поменьше. Телевизор 50-й. 46300. Samsung. О, этот 55-й. 51 490. Картинка, конечно, крутая. Тумба под ТВ 10400. Это электромясорубки. 300, 390, 3400, 3250. Вот на 2 киловатта дельта. Соковыжималка 1600, 25 ватт. Робот-пылесосы. 21505. Второй робот 12400. Я не знаю, пользуется кто-то робот-пылесосами. Тема интересная. Пока вы там спите, а он пылесосит сам по себе. Но опять-таки, это надо ровные поверхности. Вот пылесос Samsung 1800 ватт, 8800. Эти попроще. 2700. На кило 400 ватт. Сатурн 3200. Кресло, стулья. Обычный стул офисный, поворотный, 2700 за штуку. Это детские.
1750 на четырех ножках, 1000. Вот там уже начинаются покруче, 16 я смотрю, 11. С боковыми поддержками, под ноги, в поясничном отделе вот такие вставки. 16500. Стол письменный 700. Сахарницы по 112 рублей за штуку. Пиалки 570 рублей. Стаканы. Салатник 260 рублей. Такая салатница. Тарелки. Вот что хотите. Отдел штор. Какая вам понравилась? Мне больше всего вот это. Штора. 1,60 на 2,60, цена 1690 рублей за единицу. 2100, 2200. Это тюль с декором. 3 на 2,60, 3500. Прозрачность интересная. Набор кастрюль, 6 приборов, 3000. Это соковарка, 2500. Я смотрю, похожее что-то. А алюминиевая такая кастрюля, цилиндр, 1686. Сковорода с ручками, 2130. Здесь прикольно плов делать в ней. Вообще лучше всего с чугуна. Здрасте. Новый ролик снимаем. Кто думает, давно что-то видео не было. Повторение мать учения. Набор ножей 4-110 кинхов. 3760 маэстро, 5200. Альпин кок 2528. Формы для выпечки. Подсолнух 505 рублей. О, это бутылочки, винный бутыль, 360 рублей, стекло, 2-литровый, пластиковые миски, салатник, 3 литра, 82 рубля. Это целый так. 10 литров, вот это под шашлык пойдет, чтобы не вываливалось. Эмалированная кастрюля, 1000 рублей. Сумки женские, 200, 1800, 2300. Morning Time. Эти 3700, 3900. Эти немного поменьше, 500 рублей, 729. Колода для ножей. Прикольная штуковина. Как она в использовании? Ножик, когда помыли, он же весь в воде. Как она там стекает? Прикол, прикол. Металлические мисочки, салатники. Это вещь классная. Либо вот эту чуть пошире можно. Она такая. Удобно, это глубокая. Либо вот это. А, не одинаковые, тоже 25 сантиметров. Сколько? 25? Угу. Это салат классно делать. $303.75.
сегодня мы прогулялись по галактике. Если вам понравился такой влог, обязательно пишите внизу вашу оценку под этим видео. Ну а с вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока!